Привет всем, меня зовут Николай Соколов. Я провожу гитарный марафон номер 2. Для того, чтобы записаться на него, вы должны пройти по ссылке ниже и следовать всем инструкциям. Что такое гитарный марафон? Это музыкальная тусовка гитаристов, в которой вы получаете задание в виде видеофайла и отрабатываете. На все про все у вас 3 дня. То есть, в первую очередь, это полезно тем, кто бросил заниматься. Или же по каким-то причинам тяжело заниматься, или по каким-то причинам не знает, что делать, как делать, и пальцы уже не работают. Так вот, гитарный марафон в первую очередь вам поможет войти в вашу форму музыкальную, для того, чтобы двигаться дальше. И если у вас какой-то есть потолок в технике, то этот потолок мы немножко сдвинем с места, чтобы у вас пальцы стали более быстрее. Что нужно вам будет делать? Вы будете получать от меня задание в виде видеофайла. Это задание вы будете проигрывать у себя дома. Потом, как только вы поймете, что вы готовы, это задание вы записываете на видео, загружаете на сервис YouTube, делаете ссылку в закрытом доступе, чтобы вас больше никто не видел и не смотрел. И далее эту ссылку отправляете мне на проверку, чтобы я посмотрел, как вы играете, указал на возможные или невозможные ваши ошибки, чтобы у вас был определенный рост, и дал вам следующее задание, чтобы вы перешли спокойно в следующий тур. Для тех ребят, кто не справляется с заданием, попросту вылетает. И для того, чтобы не было вопросов, что в какой тур мне идти, в первый, второй или третий, у нас будет несколько классов. То есть класс А – это самый сильный класс, класс Б – это средний класс, и класс С – начинающий. Вы получаете задание на 3 класса, и сами решаете, какой класс вы делаете в определенном туре. То есть, например, можно, скажем, в первом туре сделать задание на класс А, или на класс Б, или на класс С. А в следующем туре вы можете сделать другое задание на класс Б, или на класс С. То есть, без разницы. То есть, как считаете, посчитаете нужным. И за 3 дня вы должны справляться с каждым заданием. Ну, если вы не справляетесь, то, увы, вы вылетаете. То есть, у вас есть 3 бесплатных пробных тура. То есть это не говорит, что они слабые или сильные, они такие же, как и все. Эти 3 тура вам для того, чтобы вы поняли, стоит вам двигаться дальше или не стоит, стоит принимать участие вместе со всеми или нет. У нас с вами будет общий чат WhatsApp. Это очень удобно, и все общаются в нем, то есть можно отключить уведомления, чтобы лишний раз телефон не звенел. И в этом чате можно решать все вопросы, знакомиться с другими гитаристами, обмениваться опытом. По окончанию марафона вы увидите, как ваша техника стала гораздо лучше, гораздо чище, ваши руки стали выносливее. Но это только в том случае, если вы пройдете до конца. Вы будете понимать, что вы гитарист. Записывайтесь и увидимся на втором марафоне. Пока!